привести в порядок платформенное хозяйство и, естественно, сделать подходы уже со стороны города. То есть такое совместное решение должно быть, потому что, ну, вот они вышли, говорят, а дальше как нам вот проходить. Поэтому тут вопрос такой, то есть это не одного дня решения, но мы будем делать, устранять все ваши замечания. Эти замечания, думаю, что все понимали, почему появились. Ага. Во всяком случае, сейчас все видят, что покрытие совершенно иное, да, и несмотря на погоду, человек будет уверенно себя чувствовать на своих ногах. До этого было страшновато, особенно исходя из тех перепадов температур, которые в Саратовской области бывают. У нас четко выражена и зима, и весна, и лето, и осень. И поэтому вот эти перепады, они бы привели точно к травмам, что мы не можем допустить. Поэтому давайте оценим, посмотрим, Александр Васильевич, вы как основной здесь заказчик этого комплекса. Гораздо лучше, конечно. Гораздо увереннее мы себя чувствуем, да? Это важно. Александр Ильич, все здесь материалы, металлические конструкции Волгоград, все пункты, вот, которые мы накрыли, это Саратов. То есть здесь мы дальше Волгограда и Саратова никуда не уходили. Спасибо большое.